поднять паруса, свистать всех наверх. Третий этап парусной регаты про яхтинг КАП 2022 объявляется открытой. Спортивные яхты на всех парусах плывут навстречу затуманенному солнцу. Погода по водным меркам идеальная. Ветер в 12 узлов позволяет идти судам со скоростью 20 км в час. Лавировать приходится и между яхтами, и по волнам. Но спортсмены этому только рады. Были интересные условия. Наконец, в Москве подул ветер. Поэтому получили много удовольствия. Гонки получились очень захватывающими, эмоциональными, динамичными. Вот, поэтому третий этап скорее пока можно выделить как самый ветреный и интересный. 24 команды, 11 регионов и сотни участников. И каждый старается встать на выгодный галс, то есть быстрее других прийти к финишу. На акватории Клязьминского водохранилища бок о бок с начинающими спортсменами идут и профессионалы. Призеры чемпионата и этапов Кубка России. Здесь очень сильный состав участников, то есть борьба была на каждом метре буквально. Ну, сами видели, что весь флот на огибаниях, то есть проходил, мне кажется, секунд за 30. Ну, что говорит об очень таком высоком уровне и уровне участников и плотности борьбы. Как можно быстрее уйти со стартовой линии старались все без исключения. В плотной и упорной борьбе улучшить свои позиции удалось команде «Артюб», которая поднялась в турнирной таблице сразу на несколько строчек выше. Но это не предел. Мы никогда не строим надежды и планы. Для нас всегда самое главное – это показать максимум и сделать то, что мы можем. Поэтому мы будем стараться показать хороший результат для себя. В этом сезоне регата состоит из 4 этапов. 3 из них прошли в Подмосковье, 4-й финальный этап пройдет 26 октября в Сочи. Там соберутся 14 лучших команд. Алина Савыш, Первомытищинский.